Ребята, всем привет! Это видеообзор коллекции детского мыла. Я его расставила опять же по производителям. Итак, давайте начнем. Начнем мы с мыла от производителя Весна. И первое это вот такое детское мыло, крем-мыло, натуральное, освежающее, с экстрактом календулы. 0+. Вот такая вот упаковочка. Здесь у нас написано: экстракт календулы успокаивает кожу, усиливает процесс регенерации кожных тканей. Вот такой у меня кусочек в коллекции от Весны. Также от Весны есть вот такое детское. Тоже этот же малыш с полотенчиком. Здесь 0+. Написано: клинически протестировано. Натуральное, нейтральное, без парфюмированных добавок. Вот такой вот кусочек. Классическое детское мыло, самое нежное и нейтральное мыло для ухода за детской кожей. Не вызывает аллергии, не содержит парфюмированных добавок. Вот еще кусочек от Весны. И также есть от Весны вот такой вот кусочек. Новое детское крем-мыло Депантенол, гипоаллергенное. Здесь у нас вот такая собачка с киской, тоже 0+. Вот такой кусочек, что тут традиции и качества, современные технологии. Вот, тоже написано: гипоаллергенная формула с содержанием депантенола и оливкового масла. Мягко очищает кожу малыша, помогая предотвращать шелушение и раздражение. Не сушит кожу, не содержит консерватов, гипоаллергены. Вот такой вот у нас еще, у меня точнее такой кусочек. Есть еще вот такой от Весны, это последняя мылка от Весны, крем-мыло с экстрактом череды, одобрено также дерматологами, 0+. Простой белый кусочек, в нем гравировочка от Весны с птичкой. Ну, достаточно удобный небольшой кусочек, такой легкий приятный запах. Вот такие вот у меня 4 кусочка от Весны. Следующее мыло это будет от Свободы. И у меня первое это Тик-Так с экстрактом ромашки. Детское мыло на растительной основе. Вот следующее тоже Тик-Так с экстрактом уже овса. Такие кусочки, они глицериновые. Вот. Также есть у меня Тик-Так вот такой бутусик, 150 грамм, тоже 0+. Для детей с экстрактом зверобоя. Здесь еще знак Свободы. Мне нравится вот этот кусочек по запаху. Прям приятный запах такой, какой-то леденцом пахнет. И также есть бутусик Алиса. Мыло Алиса детское для нежной и чувствительной кожи. Тоже от Свободы. Вы знаете, я пробовала крем Алиса, он такой достаточно жирный, но мне в зимний период очень нравится. Я использую его для рук. Вот, мыло еще не пробовала, я думаю, тоже будет неплохое. Также от Свободы у меня есть вот такое Бэби детское мыло, тоже 0+, с первых дней жизни. Без задушек и красителя, гипоаллергенная, мягко очищает кожу малыша, содержит депантенол, одобрено дерматологами. Оно такое беленькое, такое какое-то полупрозрачное, выбито, не знаю, видно вам, нет, там гравировочка Свобода и Бэби. Вот, и на обороте тоже есть вот, Свобода выбита. Вот это мыло, оно вообще без запаха. То есть я в нем не чувствую даже мыло, мыльная основа. Вот, и что еще? У меня есть вот такой кусочек, тоже от Свободы. Такое под старое мыло, мне кажется, упаковочка. Предназначено для нежной чувствительной кожи, содержит масляной экстракт зверобоя. Такой кусочек. Тоже, в принципе, я запаха в нем не чувствую. Нужно будет какое-то попробовать. Так, следующие мылки у меня будут от Невской косметики.
И вот начнем вот с этого кусочка с ромашкой. Мыло детское. Очень красивые у них упаковочки, яркие, желтые, с зайками. Эта мылка у нас без красителя, не раздражает кожу. И написано, что с ромашкой. Также есть у меня от Невской косметики детское мыло антибактериальное. Здесь вот зайка с такой лупой. И написано, что природная защита от бактерий. Здесь у нас без красителей, без триклозана, антибактериальность доказана. Такой кусочек. Еще кусочек от Невской косметики с чистотилом. Без красителей, не раздражает кожу. Такая вот красота. И еще кусочек есть вот такое детское мыло без задушек, без красителей, гипоаллергенное. Вот такие два зайки там у нас балуются в тазике с мыльной водой. И последний от Невской косметики. Это вот такой ушастый нянь с первых дней жизни. Крем-мыло детское с алоэ вера и подорожником. Вот. Получается 5 кусочков у меня от Невской косметики. Вот. И следующая пойдет мылка уже, по-моему, один экземпляр у меня от Аист. Это вот такое мылка чудо с первых дней жизни. Без парфюмированных добавок и красителей с отваром ромашки и мыльным орехом. Ну, что-то очень интересное. 90 грамм. Да, вот такой вот кусочек. Есть кусочек мыла «Мой малыш». Мамы доверяют, крем-мыло с облепиховым маслом. Гипоаллергенное. Смотрите, здесь год плюс. Это у нас НМЖК. НМЖК. Я хочу посмотреть состав. И все как обычно на английском. Ну ладно, не буду вникать. Дальше пойдут у меня кусочки мыла от Аистенок. А, это получается тоже Ай, значит, у меня несколько экземпляров. Это вот такое с миндальным молочком и ионами серебра. Вот такой кусочек у меня есть. Есть Аистенок с экстрактом лаванды. И есть Аистенок у меня с молочными протеинами. Вот такие вот кусочки. Следующее это Baby Boom, мыло детское, без задушек, на основе натуральных растительных масел. Это у нас... Так, это у нас кто? Эвка. Эвка косметик. Вот эта Эвка мне, в принципе, тоже нравится. Гарантирую отличное качество. Такая красивая упаковочка. Вот. И следующая мылка это Бабика. У меня есть 3 кусочка. И это были подарочки. Тоже 0+. С экстрактом ромашки у меня кусочек. Натуральная Бабика. А Бабика у нас тоже Эвка производит. Поэтому вот эти вместе. И Бабика есть с экстрактом календулы. Такие красивые, конечно, у них упаковочки суперские. Так, здесь у меня еще есть вот такое фигурное мыло от фирмы Malavit. Детское. Гипоаллергенное, без задушек, без красителей, фигурное. Ну, в общем, Malavit я пробовала и другую косметику. Это шампунь и бальзам. И по ощущениям это было такое натуральное. Да, вы посмотрите, какой здесь состав. Ну, просто столько всего полезного они указывают. То есть косметика. Она, вы знаете, у меня вот даже есть где-то крем. Где-то не найду. В общем, когда первый раз я попробовала, мне не понравилось. Но вот последующий я поняла. Там действительно он натуральный. И... как говорится, не сразу понимаешь это. Ну, то есть, это нужно полюбить. От Malavit косметику. С шампунями то же самое. То есть, натуральное, оно не сильно пенится. Оно, возможно, не так сильно пахнет, как вот мы привыкли. Но оно вот именно качественное и не вредное для кожи.
Вот, следующее мыло это у нас польское мыло Бобас, если я правильно читаю. А, вот этот кусочек, в принципе, мне тоже нравится. Он прям такой выбеленный, беленький, красивенький. И по составу тоже, в принципе, неплохой. И видите, даже по граммовке наши там 75-90, а у них поляков 100 грамм. Так, здесь у меня еще есть два кусочка мыла от Абсолют. Покупала в фикс прайсе. Он выглядит обыкновенно, но не разноцветный, беленький. Пахнет приятно. И прям вот, да, наверное, календулой он и пахнет. А что у нас здесь заявили? Натуральный антибактериальный комплекс, не содержит триклозана, гипоаллергенное мыло с эффектным антибактериальным комплексом. Абсолютное преимущество. Вот так вот, с календулой. Следующая мылка, я покажу вам вот такое шелестящее. Это крем-мыло смягчающее детское. Пупс. С алоэ и маслом семян подсолнуха. Не содержит лишнего. Не содержит красителей. СЛС. Нежный уход за кожей ребенка. Это у нас кто производитель? Смотрите состав. Да, состав более-менее красивый. И на русском. Это всегда приятно. Иностранное производственное унитарное предприятие Med Enterplast. Ну да, вот эти кусочки, они вот, ну, более-менее натуральные. И это мыло я купила в аптеке. У меня также есть пупс, кусочек с календулой и прополисом. Такой красивый. Есть вот такое вот с козьим молоком, не содержит лишнего. Ну и в принципе одинаково все заявлено, только что разные добавки. Вот так выглядит кусочек. Они все, в принципе, одинаково выглядят. Да, вы знаете, по запаху вот у меня есть крем с козьим молоком. Ну вот похоже, да, что действительно добавлено что-то козье. Так, из еще более натуральных детских мыл это вот такое детское Lenom 0+ для чувствительной кожи, тоже с козьим молоком. И почему я обращаю внимание на состав? Не все вот детские мыла, как мы привыкли считать, что они гипоаллергенные. Нет, там есть составы такие прям громоздкие, и все на иностранном языке. Нужно все-таки обращать внимание, у кого есть проблемы, на состав в детском мыле. То есть из всех, что мне встречались, более-менее состав хороший. Это вот у Lenom и вот у этого мыла. Ну, еще польское тоже неплохое. Вот. Таких кусочков у меня два. С козьим молоком я вам покажу. Там выбит вот такой пупс. Хорошенький. Ой. Приятный запах. Так, что мы еще упустили? Вот такое есть у меня детское мыло. Умка. И я думала, что это мыло для детей, но это, оказывается, мыло для стирки детских вещей, гипоаллерген на основе растительных компонентов, не содержит отдушек, красителей, отбеливателей и энзимов. Да, я думала, что для рук, а оказалось для стирки. Вот такой кусочек, очень даже прикольный, он без запаха. Вот. Также у меня есть вот такая умка с экстрактом хлопка и витамином Е. Мне кажется, я все коряво вам показываю. Вот. Также есть у меня умка вот такой гипоаллергенная с экстрактом хлопка и витамином Е. Еще у меня остались вот такие мыла. Я еще ничего с ними не делала. Это ути-пути детская с экстрактом череды. И здесь у нас улиточка выбита. Также от Ути-Пути у меня есть слоненок.
И оно уже прогорклое, нужно что-то будет с ним придумать. С экстрактом алоэ вера. И еще тутти-пути у меня с экстрактом календулы с рыбкой. Какая-то рыбка. И последнее — это вкусняшки от Oriflame, детское мыло. Я его уже показывала, но покажу, конечно же, еще раз. Это вот такой Disney Mickey Mouse. Вот такой здесь выбит Микки Маус, оно глицериновое. Здесь у нас знак Диснея. И вот эти мылка, они уже с запахом. Приятный запах такой. Описать не могу, не знаю, с чем сравнить. Также есть вот такой вот от Дисней. Сломаю язык, не могу прочитать. Вот здесь тоже оно глицериновое. Вот такой мальчишка выбит. Тоже оно имеет свой аромат. Ну, как бы описать его тоже сложно, достаточно сложно. Есть у меня тоже от Oriflame Star Wars. 75 грамм. И здесь вот такой вот робот. Синенький. Ой, запах приятный. Лучше, чем вот этих двух глицериновых. Такой, ну, для меня. И последний кусочек. Это вот такое молодецкое. От Oriflame машинки. Тоже глицериновая. Ой, и очень вкусный запах. Здесь какой-то парфюмированный, даже цветочный, что ли. Такой. Вот. Ну, на этом все. Моя небольшая коллекция детского мыла. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы не подписаны. И всем пока!